В Москве в гостином дворе прошел форум офисного дизайна, на котором компания «Наяда» представила коллекцию мебели, созданную специально для руководителей. В рамках нашего вот этого форума «Office Next» и награждений мы здесь представляем проект «12 архитекторов делают мебель». Особенность этого проекта в том, что мы показываем не конечное изделие, как это обычно принято, да, там люди работают в лабораториях, там годами создают продукт и там потом его показывают публике, да. В нашем случае мы показываем весь процесс создания. Мы вообще никак не ограничили людей в технологиях, то есть мы дали им полную совершенно свободу, чтобы они, ну, просто вот свое видение кабинета показали руководителю, да. И конечно же, да, и то, что наши российские архитекторы, дизайнеры еще не так опытные, не так набита рука у них, да, это может вызывать свои трудности. Но мы к этому были готовы, потому что у нас хорошая инженерная база, мы это все подтянули, да. Для реализации своего проекта компания пригласила лучших как российских, так и иностранных архитекторов. Один из них – Евгений Полянцев, автор проекта 024. И что меня привлекло, поставленная задача, потому что, ну, собственно говоря, это специфика, наверное, российской культуры – образное мышление. И компания «Наяда», с моей точки зрения, очень точно уловила нерв, который привлекает российских архитекторов. Это создание образа, ну, казалось бы, даже там, где это сделать очень сложно – офисная мебель. И они дали одну лазейку – кабинет руководителя. Сразу выстраивается какой-то сценарий в силу обстоятельств. Ну, в общем, практически каждый архитектор, практикующий, работает с руководителем. И поэтому сразу появляется какой-то конкретный образ. Я решил назвать свой проект 024, понимая, что современный руководитель работает 24 часа в сутки. И на самом деле представленная линия мебели – это только фрагмент, потому что глобальная идея – это охватить все моменты, все часы, все этапы проживания одного рабочего дня. Поэтому вот этот сюжет, предложенный компанией «Наяды», с возможностью для широкой интерпретации, конечно, был очень привлекательным. Мне нравится, что мы с каждым годом растем именно еще и в технологии производства. Скажем, вот последняя вещь, которую Лука Скакетти сделали, мы уже итальянские пошли, у нас серия итальянских архитекторов, потом будет серия английских и так далее, да, следующие. И мы сделали ее за 6 месяцев, она уже продается. Та офисная мебель, которую я спроектировал для группы «Наяда», носит название «Коллекция Пигреко». Это математический элемент, в котором выражена максимальная простота форм, максимальный минимализм. Как мне кажется, это очень русская по духу коллекция. Но в ней много от меня, итальянского архитектора. Получилось интересное сочетание. На форуме стало известно имя нового участника проекта «12 архитекторов кабинеты». Им стал итальянский дизайнер и архитектор Марко Пиво. Мы спросили его, каким он видит свой кабинет для руководителя. И если бы я уже сейчас мог его описать, это было бы замечательно. Пожалуй, немного рано. Но мы можем назвать определенные линии. Определенные важные моменты, согласно которым будет создаваться эта мебель. Опять же, это эстетический компонент. Мы будем делать важный акцент на технологию производства. И поскольку эта мебель предназначена для рабочего пространства, важно создать функциональные объекты, прежде всего для тех, кто будет за ними работать. Что касается офисного дизайна в целом и в отдельности, например, его директорской части, то, по моему мнению, эта сфера активно развивается в том направлении, что мебель становится говорящей. Она рассказывает о тех людях, которые сидят за этими столами, которые руководят компаниями и которые принимают серьезные решения. В общем, это отражение их работы и их личности. Мебель для офиса — это очень сложный предмет, который соединяет в себе много различных аспектов. И вот именно их хотелось и отразить в этой линейке мебели. Представим, что в этом месте происходит взаимодействие людей, управление людьми, интересные встречи,
беседы. Наступает какой-то момент спокойствия для изучения важных документов. Находятся ответы на вопросы. И вот это все хотелось отразить в своей работе. Мне кажется, компании удалось собрать очень ярких, мыслящих интеллектуалов и художников. Так что поэтому для меня это большая честь, в общем, оказаться в их кругу. И что самое главное, что каждая это уже сформированная личность не оглядывается на соседа и пытается выстроить какую-то собственную линию. Где все кабинеты очень близки, потому что это каждый раз победа. Мы уже входим не только в ранг таких лабораторий такой, да, а мы уже становимся действительно в этом профессионалами.